Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в нашем обзоре Casio Edifice номером модели EFR542D1A. Перед распаковкой напоминаю, что эти и любые другие часы с обзоров вы можете приобрести, перейдя по ссылке под видео. Мы продаем только оригинальные часы с полным комплектом, гарантией и доставкой по всей России. И не забывайте вводить промокод «Обзор времени» для получения дополнительной скидки. Сейчас мы открываем нашу коробку, видим пакетик с нашими часами. Давайте отсюда их достанем и посмотрим на них поближе. Внешний вид данной модели завораживает своим холодом, а именно холодом стали, ведь именно из этого материала в своей основе сделана данная модель. Корпус и браслет, как я уже сказал и повторюсь еще раз, выполнен у нас из нержавеющей стали. Кнопки и коронка тоже выполнены из этого материала, безель у нас вот тоже вот такой красивый и тоже выполнен у нас из металла. Застежка у нас раскладная на двух фиксаторах, все как обычно, ну и задняя крышка у нас на четырех винтах. Циферблат у нас не захламлен какими-то ненужными цифрами и показаниями, здесь все четко и очень информативно. Сверху у нас циферблат для отображения времени другого города. Нижний циферблат представляет из себя колесо выбора функций, либо же показывает день недели. А справа мы видим окошко для отображения текущего числа. Набор функций я бы здесь назвал отличным, если еще учитывать, что это классическая модель. И в первом списке это у нас секундомер, дальше таймер. Кстати, таймер и секундомер работают в промежутке 24 часов. И также есть еще у нас и будильник. Дальше давайте покажу, как работает у нас мировое время. Для этого мы достаем коронку на один щелчок. И вот такими движениями, точнее нажатиями правой верхней клавиши, переключаемся по кодировкам городов. И как мы видим, верхний циферблат начинает у нас отматывать именно время нашего города. Настройка данной модели не трудная, для этого мы достаем коронку на один щелчок и крутим вверх, то есть по часовой стрелке, и настраиваем наше сегодняшнее число. Для настройки времени достаем коронку еще раз и уже по привычке, как и любые механические часы, просто крутим коронку и вращаем наши стрелки. Чтобы переключить сегодняшний день недели, нажимаем правую нижнюю клавишу. Правая верхняя в этом режиме не настраивает ничего. Чтобы применить все настройки, просто вставляем коронку обратно и наслаждаемся ходом часов. Размеры корпуса здесь 46 на 55 мм примерно, и наш циферблат защищает минеральное стекло. Вес у данной модели приблизительно 200 грамм, а водозащита у нас ограничивается 10 атмосферами. Это значит, что с этими часами вы сможете плавать. Накидываю часы на руку и показываю вам, как это все выглядит. Мне очень нравится, по стилю часы даже чем-то напоминают линейку GST, возможно, это мое мнение, конечно, но почему-то вот этот отшлифованный безель так вот и норовит напомнить нам про эти GST. Но не будем сравнивать G-Shock и Edifice, скажу, что эта моделька, в общем, мне очень понравилась как по стилю, так и по своему функционалу. Очень нравится именно эта цветовая гамма, где у нас в основе серебристая сталь и вот такие голубые отметки на циферблате. Поэтому, если данная модель вам понравилась, то переходи по ссылке внизу, вводи промокод «Обзор времени» и получайте часы по самой лучшей цене. А если понравился сегодняшний обзор, то обязательно ставь лайк и, конечно же, подписывайся на мой канал. Пока!